Инициативы волонтеров по море представят на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Члены регионального совета по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций поддержали 14 проектов. Общая сумма, на которую может претендовать по море – 15 миллионов рублей. Утвержденную и подписанную заявку от Архангельской области направят на участие во всероссийском конкурсе лучших региональных практик. Создать максимально простые условия для занятия добровольческой деятельностью, сделать так, чтобы для любого гражданина всегда были открыты двери государственных органов исполнительной власти, государственных муниципальных учреждений, чтобы инициативы граждан были поддержаны и услышаны. Примет участие наш регион и в другом федеральном проекте. Заявки на участие в конкурсе «Доброволец России» будут принимать еще 3 недели. Грантовый фонд составляет 40 миллионов рублей. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Мы позиционируем наш регион как регион добровольчества, волонтерства, поэтому рассчитываем на большое количество участников этого проекта. Очень важно, чтобы ребята из муниципальных образований, из всех без исключения на территории Архангельской области, принимали участие и на уровне региона в этом конкурсе, и представляли интересы Архангельской области, отстаивали честь Архангельской области на федеральном уровне. На сегодня около 30 тысяч жителей региона объединены идеями добровольчества. Причем немало и так называемых серебряных волонтеров. Это, как правило, пенсионеры, занимающие активную жизненную позицию.